Всем хай-хай, сегодня я Алекс Про и большой-большой гулец. Сегодня я хочу снять челлендж, как я его съем как-то. Потому что у него попка даже больше моего рта. О, пистолетик. Блин, сейчас будет пистолетик. Я ему, короче, пробил дырку. А кто-нибудь хочет съесть этот огурец за меня? О, Хаги, ты куда летишь? Ты будешь его есть, а? На, попробуй. Блин, даже тебе в рот не вмещается. Киси, а ты? Как всегда, тоже. Ладно, иди. Не знаю, когда будет начинать, но я буду уже начинать. Попку мою. Блин, она горькая. Попка. Это вкусно. Да вот внутри кисленькая, это круто. Поставь лайк, если тоже любишь кислое. Это у меня такой телевизор. Я посмотрю видео. Я почти ничего просто не съел. Также Дуня очень любит сухарики. Если вы откроете пачку сухариков около нашего дома, Дуня со сбегу вынесет стекло в окне и за считанные секунды окажется около вас. Вот, берем одну штучку какую-нибудь. Ладно, сейчас я вам их перемотаю. Я уже просто наелся. Я вот где-то вот столько уже съел. Кстати, я тут достал одну косточку, она очень большая. Нормально. Теперь я очень сильно наелся. Я, наверное, сейчас поставлю паузу и где-то буду так часик сидеть, смотреть 4. Вот что осталось с огурцом. Тут вообще немного осталось. Что случилось? Да, блин, живот болит просто капец. А, я тебе говорил, ты тут сядешь. Я съел все, весь огурец. Вот доказательство попки. Я реально где-то больше 30 минут его ел. Ну а так, не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока-пока. А, всем пока-пока.